Каждый гражданин должен сделать свой выбор. Жарасбай Сулейменов – общественный деятель, писатель, в прошлом депутат Мажилиса парламента и избиратель. Сегодня он, наряду со всеми общественными деятелями нашего региона, пришел на выборы, чтобы проявить свою гражданскую позицию. Ведь, по его мнению, каждый голос может стать решающим. Сегодня очень важный день в истории нашей республики, и каждый гражданин страны должен принять в нем участие. Я слышал, что многие жители нашего города уже проголосовали. Сегодня мы выступаем в новый этап развития Казахстана. Делая свой выбор, мы голосуем за светлое будущее республики.